7 апреля в Пензе пройдет ярмарка импортозамещения. Расположится она на базе технопарка «Ромеев». В ее работе планируется участие всех ведущих промышленных предприятий региона. Приглашаем всех наших промышленных предприятий, чтобы они показали нам, нашим другим предприятиям, что им необходимо заменить, чтобы мы нашли друг друга, скопировались и какие-то продукцию мы находили не за рубежом, а у себя и производили ее. Как подать заявку для участия в ярмарке? Какими мерами поддержки могут воспользоваться представители бизнеса в новых экономических условиях? Об этом не только узнаете из программы «Кабинет министров». Она выйдет в эфир нашего телеканала сегодня в 19:15.